Приветствую всех на своем канале. Намечается большой план работ. Решил поменять смазку на болгарках на всех. Я ее постоянно меняю, два раза в год. Кто не знает, трансмиссионное масло Литол. Один к одному мешаете, смешали в стаканчике, смазали, хорошо стоит. Только надо старую смазку вытащить всю. Не добавить, а именно вытащить. Я хочу показать болгарку. Просто мне попалась под руку. Я давно уже думал. Вот я взял, наверное, года 3 уже, 4, я не помню. Хорошая болгарка. 1100 ватт. Хотелось бы такое мощное взять. Написано Германия. Но потом коснулся вот эта вот крышка защиту. Защелкивает. И кнопка фиксатор, чтобы диски менять. Они мешают. Вот какое расстояние получается. Вот. Диск не допиливает. Вот в этой болгарке все допиливает. До самого нуля почти что. Видите, вот сколько получается. Сперва подумал, может, это болгарка для тех, кто любит резать диск на себя. Опять же, тогда получается, кнопка здесь стоит. Как ей пользоваться? Пальцы под руку, под диск лезть тоже неправильно. Вот подумал, решил, что это какая-то неправильная болгарка. Советую, когда покупаете инструмент, смотрите внимательно. Вот видно, насколько она выступает. Это вся полезная площадь. Сантиметр диска у меня убавляется. Я с товарищем договорился, обменяю ее на вот такую интерсколовскую. Это уже, наверное, лет 15-12. В том году у меня зякой полетел в ламели. Щетки менял, видно, длинные щетки поставил и закусило. Мне она нравится. Тем более она сделана еще в тех времен, когда были наши российские. Главное, за смазкой постоянно следить, она будет работать. Так что, кому понравилось, ребята, смотрите, покупайте инструмент, обращайте внимание. Я за него отдал 7000 рублей. Вот такой вот. Если бы, конечно, бы я это знал, я бы ее и не брал. Тяжелая, во-первых. Вот макитовская, легкая. 700 ватт, 800, даже не помню я. Меня она вполне устраивает. И швеллера я режу, и все. Ну все, всем пока.